Я Севастополь. Я дрался с фашизмом и за Шмидта, и за Дашу Севастопольскую, и за Толстого. Я дрался за Ленина, за всю нашу обновленную революцию и жизнь. Если б депутат Порта и Доков Шмидт мог видеть, кого он сегодня представляет. Здесь происходит второе рождение уставших в пути судов. Один из таких кораблей «Трудяк» не был в Севастопольской бухте с полгода, плавая не то у ирландского Шельда, не то у берегов Канады, или, кажется, возвращаясь из порта Лас-Пальмас на Канарских островах, встретиться сейчас с теми, кто его так ждет. Поколений сменилось передо мной. Отцы этих моряков в дни бессмертной обороны превзошли то, что свершили сподвижники Корнилова и Нахимова. Эта мать и тысячи других матерей всегда живут в моей душе. Они были со мной, когда в 44-м тело мое было разорвано на части. Железо, кровь и щебень после такого редко выживают. Но если весь народ согревает тебя своими руками и дыханием, если Гагарин сажает для тебя дерево, если люди приезжают со всех концов света, чтобы помочь взрастить твой сад, к тебе возвращается жизнь. Сделать меня красивей, думают мои архитекторы. Они решили строить на моих холмах и оставить неприкосновенным мой центр, мое сердце. Скульпторы украшают ниши домов бюстами моих героев. Воздвигаются дома, поднимаются деревья, памятники. Но самое важное, растет новое племя правнуков Нахимова. Партия и народ бедствуют его. Война — это великая беда.
Война – это и великая проверка духа человеческого. Если человек и на краю самой смерти человек, он может быть моим сыном, сыном моей страны. Я Севастополь. Я Севастополь. Я прошел через тысячу смертей. Я солдат. И я салютую жизни и миру.